Программа «Чесночная», я Гульмира Имангалиева, всем привет! Сегодня у нас в гостях Василий Кривцов, звукорежиссер русского радио, и Вася какое-то время выходил в эфир с какими-то передачами. Что за программы? Я помню, мы с подругой слушали, прям ждали, когда ты сейчас выйдешь в эфир. Расскажи, это что было? Ну, на самом деле есть проект, и причем не один, их как минимум три проекта уже готовых. Всего лишь ждем только одобрения генерального директора. Это основной, так скажем, момент, который сейчас только придерживает это все. У нас это было все немного в тестовом режиме происходило. Ага. Дай бог получим добро, поэтому ждем просто вот сейчас, когда скажут, как говорится, фас, работайте. Угу. Вот, собственно говоря, поэтому... Работать на радио – это была твоя мечта? Да, работать на радио – это, конечно, да, моя мечта. И ты к этому пришел? Пришел. Между прочим, дальше я шел практически 8 лет к этому. 8? Я думал, 5. Я так примерно считала, да, сколько мы с тобой знакомы. 8 лет. 8 лет к этому шел. Все-таки благодаря стечению обстоятельств и одному очень-очень хорошему человеку, который в свое время помог мне, ну и потом, конечно же, сейчас мы вместе дружим. И, как ни странно, это девушка. Да, и все-таки по стечению обстоятельств она помогла мне, и сейчас мы хорошие друзья, и я благодарен ей, что хоть она такой вклад, как говорится, внесла в мой талант, как говорится, а, наверное, в мою мечту. С чего началась твоя мечта? Насколько мне известно, я знаю, ты начинал работать звукорежиссером, да? Музыку ставил там, что-то. Да, как говорится, это... Диджей или как это называется? Да, это называется диджей, но диджей – это, конечно, понятие разное. Клубный диджей и диджей, относящийся к банкетам, там, к различным мероприятиям. Ты поешь? Это немного разные вещи, да. Да, я пою. Я, как говорится, не профессионал, но любитель. Не хочешь записать альбом, там, не знаю, вы знаете, все это в процессе. Сейчас, если, дай бог, все сложится, в ноябре еду в Москву на стажировку. Пока не буду говорить чего, чтобы не раскрыть все секреты, чтобы все получилось. Но даст бог, все получится. И вот в смысле, тогда ты уже... выходишь как певец соло? Ну, у меня в процессе такое было, задумка, что быть соло в процессе. Да. Но пока я себя позиционирую как... В общем, я хочу быть... настоящим таким крутым казахстанским радиоведущим. Радиоведущим? Да. Что нужно для этого? Что нужно для этого? Да. Вот как бы мое мнение я сейчас как бы выскажу, да, то есть очень есть такой факт, что кому-то это дается легко, и он, человек пришел, его послушали, взяли, он работает. Мне, на самом деле, дается все очень тяжело, то есть каждое движение, каждое куда-то... Каждый шаг, он дается через какие-то большие, серьезные проблемы. Ну, и я считаю, с одной стороны, это правильно, зато как бы это закаляет. И ты это ценишь. Я это ценю, это и опыт. Очень, да, это большой опыт. И это дает как бы мне больше еще стремления к этому добиться своей цели, чего я хочу. Удивительно то, что сколько бы раз ты не падал, как бы тебе тяжело не было, ты все равно идешь к своей цели, к своей мечте, да, обычно... После одного-двух раз, когда человек падает, ну его нафиг, эту мечту. Да. Не знаю, я, если честно, прошел, как говорится, кем Маша только не была. Да. Я был и завскладом работал в свое время, и работал водителем, и менеджером по продажам. В общем, прошел все, что было, и работал на СТО. Но все это время я как бы попутно занимался делом диджейством, да. Мне нравилось этим заниматься. Потом в процессе этого всего мне очень закралось в голову то, что я хочу быть ведущим, да, ведущим там на корпоративах, на всех-всех-всех. Ну и, естественно, попасть в телевизор, как мечтают многие, да, там. Это
как бы завораживало. Возможно, это семейное просто, потому что у меня как бы немножко, не то что немножко, у меня папа этим когда-то занимался, и, возможно, гены передались, поэтому вот и очень хочется этим заниматься. Даже вот, хоть кто бы мне ни говорил, сейчас вот, как говорится, исполнилось мне буквально на днях 29 лет. Да, слушай, днем рождения. Спасибо. И получается то, что... Слушай, тебе говорят, что поздно? Нет, мне не говорят, что поздно, мне говорят, наоборот, уже женись, уже все, уже надо семью создавать, да, карьера, это будет и карьера. Но как бы пока не получается жениться, я все-таки по большей части к работе. Ну, наверное, жениться не получается, почему? Потому что цель не ставишь такую? Да цель-то есть, и цель есть в плане семейной жизни, она еще и не одна, эта цель, как говорится, да. Просто, видимо, нужно... То, что по душе. То, что по душе. По душе, и чтобы тебя понимали. Чтобы тебя понимали еще, да. Чтобы не просто ты шел домой, а ты летел домой, тебе хотелось идти. Вот так-то. Поэтому... И ты в поиске именно такой женщины. Ну, да, есть такой момент, но в плане нет такого, что прям я бы вот взял в парк, да, там вышел и сказал. Хотя евреи, они так и делают. То есть, там, евреи же, они, в принципе, все богатые, да. Я из рассказа одного очень хорошего моего знакомого. А как они делают? Просто интересно. Вот из рассказа моего очень хорошего знакомого, это его друг. Он был очень богатый и на настоящий момент, по нации еврей, да, и все время ему попадались девушки, которые как бы, ну, любители денег, да, любительницы. Ему это все, это, просто говоря, мягко надоело, и он решил в один прекрасный момент просто одеться вот в обычную одежду, как среднестатистический человек ходит, оделся в обычную одежду и пошел, просто начал вечером гулять по паркам, один, без никого. В итоге он сидел на скамейке, читал просто книгу, и сидела девушка, подошла девушка, села рядом с ним. То есть они спокойно сначала познакомились, разговорились. Какое-то время они встречались в парке сначала, вот именно вот на этой же скамейке. А затем, спустя год, только он решил ее пригласить к себе домой. То есть он посмотрел, как она будет оценивать его в качестве кого. И он рассказывал, какие у девушки были эмоции, когда, да, когда она увидела, что у него там, у него есть свой самолет, у него есть свои машины, их 5 или 6 машин очень крутых. И там просто дворец дом, там не дом, там дворец. То есть, и когда у нее брали потом интервью, даже на телевидении брали интервью, он просто... То есть она, эмоции переполняли. И как бы, ну, с одной стороны, я тоже немножечко так бы стараюсь этого придерживаться, что ли, чтобы меня оценили не за то, что я... Ты не показываешь. Да нет, я говорю, я всегда говорю, я как еврей должен быть. У меня должен быть одноэтажный домик, но если спуститься вниз, то там будет 3 этажа, как минимум, да? И ездить, как говорится, на Ладе Приоре. Чтоб никто на тебя ничего не заподозрил. Вот как-то так. Смотри, такой момент, когда ты мне сказал, что вся рекламная озвучка на русском радио – это твой голос. Ну, не вся, как говорится, но основные моменты, вот, например, если вы слушаете русское радио... И... Я нет, прости, пожалуйста. Ну, вот, послушайте русское радио. Очень много роликов крутится, которые именно озвучены моим голосом. Например? Например, вот только... Ох, это реклама, наверное, будет, да? Сегодня только мы записывали ролик. Это... В общем... Забыл ролик, как он называется, Green Service называется, то есть это хорошо, все, что связано с цветами. В общем, хорошо, так, а то, что каждый день мы слышим? То, что каждый день вы слышите, это рекламная служба в Алматы, 25-03-7-7-7. Это мой голос, так что вот так, да. Когда, то есть мы одновременно все это делаем с Нагиевым, который все это... Каким Нагиевым? То есть Дмитрием Нагиевым, да, он как бы зачитывает это все. А я уже говорю телефонный номер и рекламная служба в Алматы. 25-03-37. Прикольно. Вот так. А сейчас у тебя какой-то проект запускается на каком-то другом радио? Ну, не то, что на другом радио. У меня есть еще 2 проекта, которые пока я еще не знаю. Я еще их никому не показывал, абсолютно никому, но планирую. И это состоится буквально на днях. Да, даст Бог, будет все хорошо. Есть 2 проекта. Это, ну, я не знаю, стоит ли говорить о них, чтобы...
Давай мы не будем говорить, мы не будем говорить о радио, на каком радио, да, но сам проект, если он же запускается, мы запускается. Можем, да, озвучить. Запускается еще один у меня проект, это называется такой «Дамский угодник». Отличное название. Долго сидели, просто сидели с моим другом, соратником, помощником моим звукорежиссером тоже. Сидели и просто вот болтали, балдели. И родилась идея просто вот внезапно. Там, дамский угодник, о, дамский угодник, дамский угодник. Ой, давай я сделаю передачу «Дамский угодник». О чем и передача? Это передача в основном как бы... Получается, что я советую, да, допустим, как познакомиться с девушкой. Мужчинам. Как познакомиться мужчинам с девушкой. Как, допустим, девушке удержать парня, например, да. Какие бывают парни. То есть их бывает разного типа, да, там их всего несколько, как говорится, 3-4 типа, но есть все наши мужчины, как говорится, подразделяются. Женщины то же самое, в принципе, да. Женщины то же самое. И вот, например, вот ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Ты знаешь, я верю, потому что я сама дружу с мужчинами, да, но я не верю в их дружбу вот, со мной. Вот. В чем все и дело, в принципе, заключается, да. То есть суть, я тоже не верю. Вот, собственно говоря, и в какой-то, в одной из передач это все будет рассказываться. И желаю удачи. Я думаю, что если зрители, телезрители все послушают, то это будет здорово. Я желаю тебе прям удачи. Спасибо. У нас дело в том, что с подругой есть тоже такой проект на Гонза KZ, называется «Девичник», где мы также девушкам рассказываем, говорим, что нужно делать и как, какой нужно быть, да, чтобы вот рядом был мужчина, да, и при этом, если у тебя нет мужчины, ну, как бы даем девушке уверенность, что если даже нет мужчины, ничего страшного в этом, да, катастрофического ничего. Нету, да, вот, и вот со свахой мы снимали передачу, с юристом по женским правам, то есть, ну, достаточно прям очень интересно. Мы можем с тобой даже посотрудничать. Да почему бы нет? Да. Я с удовольствием. Я прямо вот сейчас хотел так быстро вопрос один задать. Давай. Но вот, к сожалению, вот как-то вылетело из головы. Ай, что? Хорошо, а если тебя, допустим, отправят на необитаемый остров, что ты с собой возьмешь? С собой? Да. Ай. Музыку, наверное. Музыку и девочек, да? И двух девочек. Да-да-да. Да нет, это, конечно, первый вопрос, как говорится, в жизни мне такой задают. Вот попал я на необитаемый остров. Ну, музыка это однозначно, да. Однозначно. Второе. Вот я не знаю, связь будет там или нет. Давай представим, что это какого-нибудь... Мобильная, я имею в виду мобильную связь, да. Я имею в виду мобильную связь, будет она или нет, но все-таки, наверное... Турайя. Ну, как же я один буду, да? Какая... Да пусть связь. Будет хоть Алтел, хоть пусть будет... когда раньше первое у нас что было? Не помню, Алтел, по-моему? Пейджеры. Пусть хоть пейджер будет, неважно. Главное, чтобы хоть был бы не один, то есть. И третий? Третий предмет, третья вещь. Третий предмет... Ну, я не знаю. Третий человек. Да, возможно, наверное, да, третий человек. Пусть будет третий человек. А хотя третьего человека мы и там бы сделали. Все будет нормально. С кем бы ты там его сделал? Ну, с девушкой, естественно, не с парнем же. А, то есть, получается, все-таки музыка, кстати, да. Девушка и пейджер. Ну, да. Отлично. Чтобы было с кем связаться. Заберите меня. Хорошо, все. Отлично. Ты знаешь, Вась, спасибо тебе, что ты прибежал. Правда, чуть-чуть опоздал, но ничего страшного. Очень хочется прям услышать уже поскорее твою передачу «Дамский угодник». Мне прям даже интересно, что ты будешь там говорить, что ты будешь советовать в течение часа, да? Час? Нет, эта передача идет в районе 5 минут, 4,5-5, а то и 3,5 минуты. То есть просто запись, да, это не прямой эфир? Нет, это будет прямой эфир. Ага. Это будет прямой эфир. Но все дело в том, что... Сколько раз в день? Или в неделю? В неделю, по-моему, будет один раз, но с повтором. Угу. Но с повтором. Затем, то есть радио немного отличается от телевидения тем, что человек не может долго слушать речь, разговор какой-то. То есть в пределах от 3 до максимум 5 минут, это максимум, что это можно.
сделать. Ну, в это время мы и укладываемся, чтобы рассказать все основное. Ага, хорошо. Хорошо. Давай договоримся, когда ты выйдешь в эфир, ты просто звонишь мне, и я тебя слушаю. С удовольствием. Хорошо. Вася, у тебя есть возможность передать привет своим будущим слушателям твоего дамского угодника? Хочу передать привет всем слушателям радиостанций наших казахстанских. Слушайте, в скором будущем все это состоится, мое вещание. Ну и, наверное, самое главное, что бы ни было, главное любить, уважать и, как говорится, что бы ни было в вашей жизни, любите, цените друг друга, я имею в виду парня и девушку, да, и, как говорится, удачи вам, любви и терпения. Это, кстати, еще говорил один очень важный человек, я вам скажу, тоже по секрету дамский угодник, мой хороший знакомый. Кито. Дмитрий Нагиев. Дмитрий Нагиев, да. Отлично. Дмитрий Нагиев, привет. Спасибо. Большое спасибо, что позвали. Вася, это тебе спасибо, что ты пришел. Очень много было услышано. Интересно поговорили. Даже появились какие-то новые темы у меня сразу в голове для своего девичника. И я, конечно, хочу пожелать тебе успехов вот в твоем творческом труде, да, и на самом деле ты, конечно, молодец. Вот ты для меня живой пример. 8 лет идти к своей мечте, это, конечно. Причем 8 лет шел, потом как-то, вот, знаешь, забыл просто вообще. На некоторое время забыл вообще о том, что я хочу. Я занимался простыми рабочими делами, да. И тут внезапно у меня так раз и появилась возможность. Но это не говорит о том, что мне помогли, и я там попал, как говорится, по блату. Нет, как говорится, только я зашел, посмотрели меня, что я могу вообще, да, и отсюда уже пошло другое. Ты умничка, правда, ты умничка. Спасибо. Надеюсь, еще увидимся. Обязательно увидимся. И не только здесь, а даст Бог еще и приглашу на концерт, это будет вообще, но это, конечно, далекие планы, но тем не менее они есть. Ну, клево, клево. Спасибо тебе большое. Я думаю, что вам было интересно послушать, как обычный простой парень 8 лет шел к своей мечте. И, я вам скажу, деревенский парень. Деревенский парень. А вы знаете, что, допустим, самые... Вася, все люди-то, они же все люди-то, все люди-то. Возьми Барри Алибасов, возьми Нюшу, возьми Сергея Зверева. Они все с глубоких деревень. Они довольно-таки не с города вообще, в принципе. Так что вот как-то Вася, так. Ты можешь помолчать, когда я буду говорить, прощаться? Ты можешь просто помолчать? Ладно. Я просто прощаюсь. Всем пока.